Блин, ну... Ой, блядь, видос. Пиздец, конечно, видос. Чтоб ты понимал, мне на той неделе я такой стою в отделении детском нашем, и подходит чувак лет 10-11. Никита Евгеньевич, здравствуйте. А я вот ваше видео на ютубе смотрел. Я такой, блядь, какое. Где вы с Локомотивом играете? А я помню, там мат-перемат. Я такой думаю, блин, надо снимать без мата. И сейчас просто не то, что выпуск. Мата полно, еще и голые мужики, блядь. Блин, можешь сделать дисклеймер какой-нибудь в начале, что типа, блядь, если вам нету 18 лет, срочно выключите этот видос. Чтобы я хотя бы мог сказать, вот, в начале видео было написано, выключите, если вам нет 18. Сделай что-нибудь такое. Че, покажу тебе, ебать, как вот так там ебут. Беги, блядь, за мной! Слишком! Бум, блядь! Давай, давай, здесь будем снимать! Бля, Центавр лучший клуб в мире. Всех ебем, жопы расставляйте пошире. Прошлый выпуск был матч против Вибраниум. Мы их чпокнули. После этого ничего интересного не было. Еще сыграли примерно 18 матчей, почти всех выиграли. Последний выпуск этого сезона, как бы у нас такой сериал, наш длится две серии. Первая, как мы начинаем, и вторая, как мы становимся чемпионами. Все, играем все СДМ, команда говёная, ну, ГВ они хотели назваться, но подумали, что это будет несозвучно, поэтому ДМ. Вот, ну просто так они, да хуй знает, что вообще значит, блядь, двери московские, наверное, или там подмосковные. Вот, мы сегодня заряжены, у нас 10 человек, я играю в поле, всем пиздец, твои впечатления, давай. Что происходит? Ну, ты знаешь название команд? Центавр. Это чья команда? Наша или их? Ваша. А их? Я же сказал, ГВ у них. Сезон был очень легкий, поэтому ничего не снимали, чтобы хейтеров не расстраивать. Поэтому сейчас выиграем парней в желтых футболках. Ты там снимешь. Сколько я забью, давай? 5. 5? Блять. Не, ну ладно, в первом тайме да, во втором сколько? Ну ладно, если я забью 12, то я проставлюсь. Прям сегодня. Ладно, сейчас снимай, как я разминаюсь. Вообще никого не снимай. На медиалигу настроился. Не-не, подкаст это звуковой против выпустим. Да не ходи за этим говном. А ты в натуре меня только снимаешь? Да. Бля, краса. Мне, кстати, на той неделе приснился сон, что мы С3 проиграли 0-1. Я проснулся, думаю, дай похуй. Ну, парни, давай, две стойки. Вы на меня не обращайте внимания, я дурак. Вы разминайтесь, блядь, вам-то играть в футбол еще. Не будет такого, что мы проиграем все 4 игры и упустим чемпионство, да? Мы уже выиграли. Играйте спокойно. Старайтесь разыгрывать мяч, использовать пространство, чтобы у нас не было суеты и меньше грузить вперед. Понятно, что мы там вдвоем через четверых не выходим, но если это разумно и у нас есть вариант, старайтесь играть через пас. Вот. Кроме того, не забывайте, всегда у нас Влад на воротах. Женя в защите с Ромой в паре, блядь. Там никого нет, ни Миши, блядь, ни Никиты, там, ни другого Миши. То есть там... Да, внимательно. Я просто посмотрю, где поменьше людей, там буду играть. Ну, настраиваюсь, что вы в меньшинстве. Без шуток, вы знаете, как я играю в футбол. Поэтому, возможно, даже в меньшинстве будет проще, чем со мной. Но ничего страшного. Посмотрим по игре. Может быть, будем в девятером играть. Может быть, дадим шанс. Какой критерий? Ну вы сами просто должны выбрать. Вы хотите Дамира немощного или пьяного Леху? Пьяного Леху. Ты еще трезвый? Пока ты. Ну, пока у тебя даже нет шансов выйти, понимаешь? У тебя должна быть какая-то сегодня отличительная черта, да. Все, давай, пойдем. Ой, блядь, какая же это хуйня, блядь, мы центавр. Короче, они центавр, все нормально. Сейчас вот, смотрите, я вам сейчас воткну золотой гол. Все вот эти опасные моменты, вот эти голы, вот эта полная хуйня, вот это перед награждением воткну. В пизду, блядь, нахуй, смотреть вообще не знаю. Да, блядь! Ну чё, все, мы все сыграли. Сезон закончен. 3 игры еще осталось. Все, да? Но у нас еще 3 игры, но мы можем не выходить. Мы свои задачи решили, у нас да? плюс 10 у нас. Буду играть все оставшиеся матчи, будем уменьшать количество игроков. Следующую игру мы играем в 10-ром, потом в 9-ром, и последнюю в 7-ром заканчиваем. И потом заявляем Валентайна, и у нашей связочки разрываем. Пойдем в раздевалке потравим лохов.
Сколько поражений? Два. Кого? Центавр 2, центавр 3. Только лучше проигрываем. Пойдем. Это передача по домам, и сейчас мы идем в дом лохов. И у этого человека горит. Да вообще было меня видно? Пойдем снимать в душ. Бля, у него хуй заблюрился, отвечаю. Пойдем, блядь. Евгений, ваши впечатления от чемпионства? А пока никаких, когда кубок увидим с медалями, туда поговорим. А так пока только слова, что мы что-то выиграли. Да? Да. Саня, где футбольный момент? Ну обещал, сейчас ставлю. Вот, вот они. Вот футбольный момент, смотрите. Ты снимал, как мы праздновали? Ничего. Вы же сейчас будете праздновать. Все, ну вы ждите все в одну линию. Давай сюда. Сзади, не прячьтесь, как лошадь. Там один. Раз, два, три. Что, убили у тебя, думаешь, на колени? А что за музыка? Бля, я ужасно его заслужить. Я сыграл 3 игры. Сколько забил? Один забил. Грэмми!
Алкашам поназабивал. Сфоткайся, серый, вот. Нет, так не надо. Мешайте. Извините, они так встали, что... Давай. Короче, все, мы чемпионы. Всех вынесли. Ничего не снимали на YouTube, потому что там просто 18+. Сегодня мы чемпионы, выиграли плюшку. Спасибо лиге, спасибо соперникам, которым мы всем забивали по 10. Кто сопротивлялся, не спасибо, могли бы и не сильно усердствовать. Короче, сегодня выиграли. 22 игры получается. Из 24 в сезоне мы победили. Две, так, чисто дали себе стимул, чтобы в будущем была еще мотивация вернуться и вообще провести сезон без потери очков. Короче, выиграли, все довольны. Вот бежит Женя с вами, что хочешь? Кубок, да? Я снимаю видео специально с ним. Сейчас, да, сейчас. Вот я все, теперь буду с ним ходить. Сейчас идем отмечать. Ты почему с нами идешь отмечать? Мне Саня Лутвин сказал, что ты с нами едешь. Не, мне надо слить материал. Слить? Короче, это будет называться видео Centaur слив фоток. 18+, учительно. Вот такой, короче, теперь кубок. Что думаешь, Артур? Я вас поздравляю, вы заслужили. Ну, охуенно кубок у нас? Да. Видишь, написано? Centaur. Да. Но было бы еще лучше, если написали бы Артур. Вот это был бы топ. Я им говорил, напишите, назовите нашу команду Артур. Но они что там, да нет, вы там Centaur называетесь. Я говорю, мы теперь Артур. Короче, все с кайфом. Всем спасибо за сезон. Было весело. В следующем сезоне играем на область. Ждите, будет супер-мега-сериал. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Оу-е. Ну все. Представьтесь. Артёменко Артур. Ну, что вы испытываете? Какие эмоции? Сегодня наш клуб достиг долгожданной победы в чемпионате. Что вы испытываете? Только радость и счастье. Ну, какой-то вы блаженный. Какой игрок в нашей команде, вы считаете, был наиболее полезным и был лучше на поле? Никита Калачев. Не, ну, опыт людей футбольных сразу видно. Есть знания и понимание игры. Какой момент с участием этого персонажа вам больше всего запомнился? Все. Сколько голов он забил? Тут-то ты и завис. Ладно.